Всем здорово, чувачки, а также чувихи. Вы на канале Мысля от Эдгара. Личность человека постепенно вытесняется, и человек становится программой, которая смотрит другую программу. И это действительно так. Мы уже дошли до того, что люди смотрят других людей, а эти смотрят других людей, понимаете? Личность уже не присутствует. Мы просто дублируем то, что является сейчас модным, то, что в тренде, то, что популярно, то, что принесет нам деньги. А деньги нам нужны, чтобы пожрать. Это первоочередное явление в нашем обществе, потому что в нашем обществе по-другому никак. Нам же нужно жрать, спать и какать. Куда мы денемся от этого? Оленей нету в обществе, ловить их никак. Нужно зарабатывать как-то. Как? Да нужно копировать друг друга. Если один орет говно, это популярная песня, то и все остальные будут петь эту песню. Говно будет рулить, что и происходит в нашем обществе. Так что личность вытесняется. Оно не то, что вытесняется, оно давно вытеснилось. Что есть личность? Личность — это когда человек настолько индивидуален, настолько не ведется на то, что происходит вокруг него, что его невозможно не заметить. Общее целое человечество ведет себя однообразно, стандартно, по моде. А кто-то ведет себя так, как не все. Короче, он не баран, а просто волк. То общество смотрит на него и воспринимает его как личность. Так вот, личность человека постепенно вытесняется, человек становится программой. Как вы становитесь программой? Вы начинаете копировать остальных. Вы дублируете, вы программа уже. Вы не выдаете свое, вы программа, которая смотрит другую программу.